улетел. Улетел. Спокой. Подзарядка запасла картушки. Зафиксирован факт вторжения. Где ты? Где Рубин? Свалю я из города. Рубин наконец. Заколоп странный. Я думал, что его страсть мешает ему работать. Однако она неразрывно связана с его мышлением. Если кто залезает в особняк, он ничего не делает. Очень мне это не нравится. Можно вывести их спокойно. Пустая бутылка. Не будет мучить их, начнет мучить нас. В жизни не бывало в таких холодных домах. А я-то сперва думала, что работать здесь большая удача. И что людям не имется? Ничем. Стража! Что еще шрифт? Стража, дура. Нет, надо же орать ничего. Так, где-то у нас должен ходить ведроид. Ну, я жральня, самое главное же. Что-то много еды, походу придется бегать туда неоднократно. Так, крайне водички будет пить. Что там у нас запчасти? Да. Там вот какой-то бешеный огромный зал. Приехали. Чистый круг. Насколько хитроумные механизмы смогут пережить меня? Бинджи был такой. Ничего такого тут нет. Где лазейки? И чё? Это что? Интересная, конечно, зала, но как я сюда вот выбраться-то, а? Никто не выпустит. Эх ты ж, ладно, пошли вниз. Что момент движет? Разум? Страсть? Возможно, этого измерить не удастся, но я постараюсь. Да, конечно, что постараюсь. Потерян. Боевой протокол 8. Знаете, что в последние минуты жизни вам посчастливилось узреть гениального... А как его бы перепрыгнуть-то просто так? Блин, он же без этого-то не прыгается никоим образом. Ай, сволочуга. Ладно. Так, это нигде, это не тут. Замечен объект типа преступник. Боевой протокол 6. А хоть 7 или 8, да. Да, еще нет. Боевой протокол 8. Знаете, что в последние минуты жизни вам посчастливилось узреть гениальное изобретение. Вершину инженерной мощи. Противник успешно скрылся. Ты где? Так, сейчас надо его найти и разобрать. Сигнал, ведется поиск. Это значит, что запущен поисковый протокол. Да, это визуальный контакт с вами. Прощайте, Ваше Величество. Ты какой-то шутник. А чё вообще, да, как бы тень там была же там специально для этих целей или что-то в этом духе? Хороший йог. И что-то ведро, похоже, не догадывался об этом. Так, ладно, попробуем. Мне надо как-то выманить. Сигнал, ведется поиск. Осмотр местности. Замечен объект типа преступника. Знаете, что в последние минуты жизни вам посчастливилось узреть гениальное изобретение. Вот он. Приехали. А что ж ты такой невидимый-то, сволочь? Поиск. Готово, да? Ай, придавили, блин. Просто так. Придавили, не заметив. Но в таких условиях, конечно, нужно каску одевать. Ну, что-то